Здравствуйте, девушки! Вы у нас сегодня победительницы, призеры соревнований «Гердион Атлетик» закрытия сезона. Представьтесь, пожалуйста, это Алина Ромашова. Да. Вы сегодня что выиграли? 3000 метров среди профессионалов. Да, среди профессионалов. А вы? Аня Баюкова, 3000 среди любителей. А русская рулетка там, по-моему, была единый забег? Или была любитель? Не-не-не, рулетку разделили на любителей и профессионалов. А Алина какое место на русской рулетке заняла? Я выбыла. Выбыла, к сожалению, да? Ну, просто, видимо, сил не хватило. Ясно. Да. Ну, как вам, вот, во-первых, как вам здесь выступать? Я знаю, что Алина здесь уже не первый раз выступает, выигрывает, и вы тоже вам выигрывали. Третий раз я уже здесь. Ну, и как, вот, что-то меняется в лучшую сторону, или надо что-то еще усовершенствовать? Конечно, с каждым разом улучшается. Еще раз повторюсь, что было бы классно, если бы эти соревнования провели как можно чаще. То есть серия была такая, а большая серия. Людей все больше и больше. На самом деле, народ намного заметили, что конкуренция тоже растет, больше любителей. Да, да. Я об этом говорю. То есть трибуны наполняются, участников больше становится. С каждым разом все больше и больше. Классно. А не холодно было сегодня выступать? Все-таки прохладная погода. Это лучше, чем жарко, душно. Серьезно, да? Один, но вы, по-моему, из Петербурга к нам приезжаете. Да, правильно? Я из Петербурга, да, все верно. Каждый раз приезжаете в Москву. То есть у вас в Петербурге столько стартов, вся новая, приезжаете в Москву на эти соревнования. Нет, я живу в Москве, просто я из Петербурга. Ясно, но на эти соревнования готовы каждый раз приезжать, да, когда конечно, они будут. Очень нравится, да. А вы? Тоже? Я живу в Москве, самородом из Пензы. Так. Да. Ну хорошо, вот вы выступали в русской рулетке, да? Да. Давайте, в общем, редкая дистанция. Ну вот, что вы считаете, вот как, в чем фишка вот этой русской рулетки? Непредсказуемость. Да? И она заряжает на самом деле. Ну смотрите. Она очень реально крутая. Ее не стоит убирать. Ну смотрите, у нас все-таки была фаворитка, это Алиса Серблань. Она профессионалка, она победительница, уже двухкратная победительница летних первенств России. Между прочим, на дистанции 1500 метров. А в русской рулетке она, по-моему, первая выбыла, к сожалению. Это что, вот это непредсказуемость это? Да, этих соревнований? Тактика? Тактика очень важна. Она, видимо, просто включилась с самого начала, хотя тут нужно уметь разложиться. Это... Она немножко попала в коробочку. Она попала в коробочку. А, ну в коробочку все попадают, это тоже нормально, нужно уметь из нее выходить. То есть здесь это получается такое необычное, да? Тактика, да, умение тактично бежать. То есть не все могут приспособиться к русской рулетке, да? Да, нет, тут еще и по... реально... Внимание еще и соперников. Сейчас буквально недавно общался с Маратом, который тоже бежал рулетку. Так. Он сказал, я просто не знал, что сзади меня никого нет. То есть это опять же, блин, это твоя вина. Ты то есть это нужны такие вот эти русские рулетки? Они нужны вот эти такие да. дистанции? Да, так? Это очень классно. Это убирается, можно прибавлять вещами, когда... Это зрелищность повышает, да, зрелищность? Да, да, да. Это азарт. Это борьба. У людей появляется азарт в глазах. Блин, а кто же выбудет? А вдруг он, а вдруг он? Когда вот накал борьбы, когда на финише ты видишь, что люди просто четверть ждут вместе, это, ну, интересно. То есть Гердион придумал хорошую штучку? Да, да, ребята молодцы. То есть можно сказать, что это плюсик Гердиона поставим? Да, плюс. Большой-большой плюс, да? И ясно. Ну, хорошо. Еще приедете сюда? Конечно, обязательно. Тогда будем ждать вас. Да, успехов, удачи. Спасибо вам большое. Спасибо.